Вчера вечером я звонила? Пиу-пиу! Куда ты звонила? Пиу-пиу! Пиу-пиу! Гоша, пожалуйста, за столом без сражений. Да-да, и что? Мира, за столом так себя не ведут. Так вот. Пап! Подожди, пожалуйста. Так, куда ты звонила? Я последний раз повторяю. За столом так себя не ведут. Мы вообще не можем с папой поговорить. Ни слова не слышно. Вы всегда просите, чтобы мы вас не перебивали. Сначала мама, потом опять папа, потом опять мама. Если мы будем ждать, мы никогда не дождемся. Поэтому мы за столом играем друг с другом. Так, дети, у нас совещание. Ну опять. Что будем делать? Может, посмотрим? Я думаю, у нас должно быть свое решение. Семейное. Они ведь правду говорят. Мы всегда говорим и не разрешаем у нас перебивать. Да, мы всегда решаем какие-то важные бытовые вопросы за ужином, на которые у нас нет другого времени. А детям скучно. Я и не замечала. И что будем делать? О, качественное время! Нам нужно проводить время с каждым ребенком отдельно, без телефонов и компьютера. Тет-а-тет. Устраивать свидание не только друг с другом, но и с детьми, понимаешь? А? Мы с мамой посовещались и решили. Мы будем ходить на свидание с каждым из вас. Ты что будешь? Мороженое! А я очень голодный. Не отказался бы от бабушкиных котлет. А, вот тут в меню есть бургер по-домашнему. Где? На другой странице. Будьте добры, принесите нам бургер и мороженое. Пап, а ты умеешь делать так? Как, так? Да, теперь ты поросенок. Папа, за столом себя так не ведут. Да не так, мам. Вот, смотри. Берешь за ручку, ноги на ширине плеч, колени чуть согнуты. Заводишь меч назад. Когда я подхожу ближе, ты должна отбить. Поняла? Поняла. Смелее, мам, ты можешь. Ты должна спасти мир от темной силы. У меня мегамагнит. Он притянул твой лазер. Ты безоружна, сдавайся. У меня зеркало антиматерии. Оно дублирует реальность с противоположным знаком. Ваша темная сила становится светлой. Ну, ты загнула с антиматерией, мам. Круто! Хочешь, я научу тебя играть в футбол? Очень! У нас все мальчики в классе играют, а нас не берут. Ничего, я сделаю из себя лучшего нападающего района. Разбегайся на меня и пинай. Ничего, малыш, давай еще раз. Это дело практики. Гол! Мама! Гоша! Гол! Мам, вставай на ворота. Гол! На
На самом деле мы одна команда. Одна команда! Мне так понравилось ходить на свидания. И мне. Нам надо чаще устраивать свидания. Так можно много узнать друг о друге. Внимание, внимание! Обнимание! Вулкан по левому борту! Осторожно, лава! Не вставай туда! Глупости какие! Это просто ковер! Уйди! Сам уходи! Я тут танцую! Я был первый! Ну и что? Ты глупо танцуешь! Дай сюда! Хватай! Что вы тут кричите? Гоша порвал платок. А, мой платок! Мне его папа подарил. Гоша! Жалко платок. А еще он не давал мне танцевать. Ох, Гоша. Прогонял меня с ковра и выключал музыку. Мира? И вообще, я младше. Неважно, кто старше, а кто младше. Нельзя обманывать. Гоше, наверное, сейчас очень обидно. Да, как-то это все нечестно. Надо просто успокоиться, и тогда получится подышать, попить воды, сходить в душ, погулять, отвлечься, послушать музыку. Мы же вместе его порвали, а мама подумала на меня. Нечестно и обидно. Это как предательство. Извини меня, пожалуйста. И меня. Мне очень жаль, мам. С
Знаете, люди могут ругаться, так бывает. Важно уметь мириться. Пойдем играть. Осторожно, лава! Можно ругаться, только не драться. Можно сердиться, но не обзываться. И если кажется, ссора прошла, можно скорее покрепче обняться. Да, все в порядке. Ой, нет, отправила обратно посылку. Совсем не той формы пришло. Ой-ой! Дорогая, когда твой телефон весь покроется трещинами, из него вылупится маленький новенький телефончик. Слушай, я тебе перезвоню. Хочешь? Что ты? Прости. Мне надо лететь, работа такая. Так жалко ее. Тебе тоже. Это от Лука. От собаки. Нет, от Лука. От собаки. Нет, от Лука. От собаки. Да ну тебе. Можно с вами? Ты что, плакал? Пф, нет. А почему у тебя глаза красные? Это у меня от Лука слезы. От Лука? Ну, конечно. Парни, не плачут. Ну, лови. Посмотрим. Ты что, по своим бьешь? Ну, спасибо, помог. Совсем, что ли? Не видишь? Сейчас заплачу. Да ну вас! Что с ногой? В футбол играли. Что случилось? В футбол играл. Я сам справлюсь. Ага. Мальчики же не плачут. Мальчики не плачут? Это кто же это такой закон придумал? И ты плакал? Конечно. Однажды моя команда проиграла футбол из-за меня. Мне было так стыдно, больно, обидно, и я заплакал прямо на поле. А иногда я плачу от счастья, когда что-то очень важное и хорошее происходит. Например, когда мы с мамой пришли забирать тебя из детского дома. Ты побежал ко мне, я поднял тебя на руки, посмотрел в твои глаза и заплакал.
Мне было до слез радостно от того, что теперь у меня будет сын. Слезы – это нормальная реакция. Ты знаешь, что они необходимы нам для снятия стресса? Мы все испытываем разные эмоции, и тяжелые тоже. Если не плакать, а сдерживать свои чувства, то организм их будет накапливать как тяжелый груз, и в какой-то момент можно не выдержать такой тяжести. А слезы помогают скинуть напряжение. Поэтому плакать можно и нужно всем людям, и мальчикам, и девочкам. Полегче стало? Да, как будто больше не обидно совсем. Вот и хорошо. А, это ты тот мальчик, который не плачет. Научишься? Приходи. Мира, пусти его. Ты это, прости, если мы тебя обидели. Там команда из соседнего двора пришла. А у нас нет хорошего нападающего. Придется теперь пару недель без нападающего. Что ж ты сразу про ногу не сказал? Надо было. Зато я могу быть теперь вашим тренером. А что? Отличная идея. Давай, давай, пас! Да, да, туда, туда! Давайте, молодцы! Гол! Тут мы живем. Здесь будет твоя комната. А здесь кухня. Родители. Вот же они. Нет, а кто настоящие? Они и есть настоящие. Кажется, температура. Сегодня остаемся дома. Чем бы заняться? Что бы поделать? Ты мне будильник в рюкзак подбросила. А помнишь, ты меня на велосипеде возил? Когда было? Меня тогда еще не было. Это когда ты пришел из детского сада? Нет,
из детского дома. Это место, куда попадают дети, у которых нет мамы и папы. Но их оттуда можно забрать, как забрали меня. Чай с малиной, лекарство от кашля и ноги держите под пледом. А кто тебе делал чай с малиной, когда ты был там? Никто. А если ночью становилось страшно, кто приходил? У меня были друзья. А теперь приходим мы с мамой, потому что детский дом не место для ребенка. Пап, вы же настоящие? Мои родители? Конечно, настоящие. Ведь любовь у нас настоящая. Хотя я могу превращаться... Внимание, внимание! Обнимание! Как же здорово иметь старшего брата! Вообще здорово иметь семью! Где мой бадок с птичкой? Мам, а где-то моя длинная палка, которую я вчера с улицы принес? Мама, ну сколько можно там сидеть? Мам! Ах, вечность. Я могу тут сидеть вечность. Да мне бы хоть 5 минут для себя. Как бы остановить время? Мам, я нашла! Посмотри, как красиво! Мам, а у меня лазерный меч. Мам! Идея. Кажется, есть идея. Дети, где ваш список дел? Кто первым закончит свои дела по списку, тому приз. Мира? Воша! Где список дел? На холодильнике! Три, четыре, начали! Ой, моя маленькая, где ж ты была? Я тебя так давно не видела. Тебя, наверное, надо покормить. Ты же совсем голодная. Все, я закончила! Да-да, отправляю вам последний имейл. Угу. Я выиграл. Мама! Мама, так нечестно! Мама! Я же точно была первая! Что случилось? Так нечестно, папа! Мама, я была первая.
А потом он... Гоша! Я это... остановил время. Как это? Ты так можешь? Да! Ого! Кажется, у нас какой-то новый баг в системе. Правда? Кажется, я так умел еще до вас. А потом дедушка научил щелкать пальцами. Уже по-настоящему. У меня тогда не сразу получилось. Точно, я помню одну ситуацию, когда мы пили чай с бабушкой. И ее любимый фарфоровый чайник полетел со стола. Ты щелкнул, и я его поймал. И я помню, мы играли в футбол. Я стоял на воротах, мяч летел мимо меня. Ты щелкнул, и я его поймал. А у меня тогда чуть не упала бутылочка, а потом оказалась у меня в руке. Я всегда это знала. Какой ты молодец, что рассказал. Ты наш волшебник. Вообще это вполне возможно. Время относительно. Когда опаздываешь на поезд, то минута летит очень быстро. А когда ждешь его, минута длится вечно. А кому тогда приз? Приз? Точно! Как же я могла забыть? Билеты в кино на мультфильм. Мы идем на мультик. А приз достается всем. Но каждому за свое. Мире за скорость. Бэйби за терпение. Папе за ум. А Гоша за честность. Знаешь, пап, так сложно хранить секреты. Особенно от близких людей, да? Да. Я очень давно хотела сказать. И не знал, как. Я тобой очень горжусь. В следующий раз сразу рассказывай. Так легче. А мы тебя поддержим. Всегда поддержим. В коридоре на вешалке видела. Нашел! Мам, поиграй со мной. Мне скучно. Ага, только кофе допью. Случайно не видела ножницы? Мама! В правом ящике стола. Мира, пожалуйста, убери игрушки. Я не хочу сама все убирать. Мама, помоги мне. Ну все, мне это надоело. Я сплю на краю кровати всю ночь, а потом каждое утро убираю твои игрушки. Ты складываешь в своей комнате грязную посуду, а я потом ее отмыть не могу. А ты... Я все видела. Если каждый из вас поставит в раковину по чашке, это уже три, а я одна. Если бы вы помыли за собой, это было бы честно. Я ухожу гулять. Одна. Ну все, мама устала. Мама устала?
Мама идет. Кажется, нам нужен план. Да, и мне так кажется. Давайте составим список дел. Пылесосить. Стирать. Гладить. Ходить в магазин. Готовить. Мыть посуду. Убирать игрушки. Следить за счетами. Штопать дырки в одежде. Делать уроки. Играть! Это не считается. Мы только домашние дела записываем. Поливать растения. Вытирать пыль. Застилать кровати. Гулять с Соней. Выносить мусор. Мыть окна. Менять лампочки. Но я не умею менять лампочки. Это умею я. А ты можешь выбрать то, что умеешь делать ты. Я могу вытирать пыль и убирать игрушки. Угу. Я могу ходить в магазин и выносить мусор. А с Соней гулять мы можем вместе с Мирой. Отлично. Ну еще столько дел. Давайте я буду поливать растения. Спасибо, Мирочка. Остальное мы с мамой поделим. Только нам важно научиться не забывать о своих делах. Честно говоря, я точно знаю, что буду забывать. И я. Давайте договоримся, что вы не будете на нас ругаться и будете просто напоминать. Мы постараемся. А давай ты как будто постучишься и принесешь мне чай с тортом. Но я же тоже принцесса. Нет, только я. Почему? Потому что я красивая. Мне так мама сказала. Мне вообще все так говорят. Принеси мне чай и торт. Ага, хорошо. Зеленый? Нет, спасибо, мне больше нравится синий. Мам, а я красивая? Сейчас посмотрим. Ну что ж, могу сказать точно. Да, для меня вообще самое красивое в мире. Еве мама сказала то же самое. Но кто же тогда красивее? А давай-ка посмотрим, что вообще такое красиво. Представление о красоте у каждого свое. Например, Леонардо да Винчи нарисовал портрет Моны Лизы, которая считалась самой красивой женщиной эпохи Возрождения. Он увидел красоту в ее улыбке. Понимаешь, Мира? В улыбке! Смотри, в средние века женщины сбривали волосы со лба. Это считалось очень красивым. А во Франции 18 века
Красивым считалось носить высокие парики, которые дамы украшали фруктами, ягодами и даже клетками с птицами. А в 90-е годы начесывали челки для красоты и ярко красили веки зеленым и синим. Художники умеют видеть красоту вне моды и времени. Мам, ну а сейчас? В наше время как? Вот кукла точно красивая. Может быть. Но представь, если бы мы все были как она. Кажется, Соне не нравится. Мне тоже не очень. Понимаешь, красота у каждого своя. Ведь ты — это ты. И другой такой девочки нет на свете. А еще очень важно, что у тебя внутри. Ты думаешь, у меня внутри красиво? Дай посмотрю. Внутри? Это твои поступки, характер, эмоции. Это называют внутренний мир. Кажется, я поняла. Я испекла яблочный пирог. Будешь кусочек? Буду. А кружечка у тебя есть? Да. Ой, я чуть-чуть пролила. А знаешь, мы обе красивые. Ага. Потому что у нас красивый внутренний мир. Как это? Поругались с Соней? Да, она не слушается меня, а потом еще кусается. Давай я тебе кое-что расскажу. Что? Вокруг твоего тела есть пространство. Это твои границы. Другие люди должны их уважать. Такое пространство есть у каждого. Например, вчера. Помнишь? Да.
Даже у мамы есть границы. Даже у мамы? И у Гоши. И у меня. Пап, ты скоро? Папа! И у твоих друзей. Извини. Ой, прости. Ой. Ну, папа, это смешно. Как же тогда играть? Играть можно, но всегда важно помнить, что перед тобой другой человек, и ему может быть неприятно. Пойдем, попробуем. На горку. А давай тогда на качели. Стоп, давай по очереди. Стоп, не надо. Я не хочу так. Ой, извини, пожалуйста. Папа, граница – это так просто и так удобно! Как у вас дела? Обед почти готов. Идем. Мама, у тебя есть границы! Ты знала? Знала, знала. Хорошо, что ты теперь тоже знаешь. Мира, границы важны не только тогда, когда кто-то тебя обижает. Например, я хочу тебя обнять, а ты обниматься не хочешь. Что ты сделаешь? Да, так я пойму, что ты не хочешь обниматься. А если я хочу? Вот так, по жестам и движениям, видно согласие. Папа, граница есть и у Сони? Извини, пожалуйста. Я теперь буду помнить о границах. Внимание, внимание! Обнимание! Thank you.
Обидно? Вот как бывает. Мира хотела строить, а Бэйби хотела ломать. И обе разозлились, да? А как вы разозлились? Покажите. О, как тигр? Или как мишка? А, как Сонечка. Всем бывает обидно. Малышам, детям и взрослым. Да-да, вот когда я злюсь, мне хочется ругаться. А мне плакать. А мне спрятаться в комнате. А Соне рычать. А мне еще кричать. А Бэйби кидаться игрушками. А папе... Да что же это такое? У нас очень много эмоций. Малышам с ними особенно сложно. А потом? А потом взрослеешь и учишься с ними договариваться. Как? А помнишь... Давай помогу. Нет, я сама. Ай! Глупый шарф! Это все из-за него. У меня никогда ничего не получается. Так всегда. Меня никто не любит. Стоп. Надо подышать и успокоиться. Это просто шарф. А мама только хотела помочь. Помоги, пожалуйста. Мы злимся, когда что-то идет не так, как нам бы хотелось. Каждая хотела играть по-своему, но случайно друг другу помешали. Давайте придумаем игру, в которую можно играть вместе. Кажется, есть идея. Интересненько. Я буду строить длинную башню, а Бэйби будет ее разрушать. Бэби, вперед! Ура!
Шевелится? Видимо, пока спит. Проснется после обеда. Что бы поесть? А что бы ты хотела? Всем привет! В эфире кулинарное шоу «Накорми маму». Что-то рассыпчатое. И еще чтобы с корочкой. И чтобы мягкое. Звучит как пирог. Да, и хрустящее. Но пирог же не хрустит. Зато хрустит салат, который можно сделать к овощному пирогу. Еще что-то сочное и бархатистое. Смузи из шпината. Полезно беременным. Да. С бананом. Кажется, заинтересовалась. Голодная. Кто? Бэйби. И я. Скоро все будет готово. Надо маму покормить. Надо маму покормить. Все по полкам разложить. С пола лишнее убрать. Все цвета в пирог собрать. Редьку чистить, лук помыть. Кукурузу отварить. Свекла, помидор, редис. Этот, кажется, прокис. Тонко режем баклажан. Сверху будет пармезан. Сверх сладкий грибной. Вкус насыщенный грибной. Больше сил. Папа, кажется, забыл. Авокадо и шпинат. Сладкий перец, виноград. Лучше персик и банан. Снова сверху пармезан. Надо маму покормить. Вкус любимый предложить. А с этим что делать? Сделаем мороженое. Итак, кто что хочет есть? Хрустящее, мягкое, вот с корочкой, слоеное. Мне нравится так выбирать. Я всегда любил хрустящее. Вот только я не знала, что хрустящее бывает разным. А я люблю воздушное и мягкое. Вкусно. Ой, дерется. Проснулась. Это все шпинат. И банан. Ой, опять. Кажется, начинается. Начинается? Начинается! Я готов. Поехали.